DAO Radio выпустил децентрализованный музыкальный сервис Voice IT. Релиз радиостанции состоялся на 11-й день краудсейла токена Voice. На сегодняшний день собрано порядка 250 тысяч долларов США. В целом на продажу выставлено 92 миллионов токенов. 8 миллионов зарезервированы для разработчиков и рекламодателей. До конца ICO осталось 13 дней. Напомним, что Voice использует систему блокчейн для защиты авторских прав и контента музыкантов, чтобы обеспечить музыкантам больший контроль над распределением композиций и доходами. Voice стремится помочь музыкантам монетизировать их контент без вмешательства третьих лиц и звукозаписывающих компаний.